В округе началась подготовка к Новому году. В частности, Управление труда и социальной защиты планирует закупку новогодних подарков. В этом году на эти цели из окружного бюджета выделено более 15 миллионов рублей. В Нарьян-Мар и населенные пункты округа подарочные наборы планируется доставить до 18 декабря. В этом году они будут особенные для каждого возраста. Каждый новогодний подарок будет состоять из двух частей. Это кондитерские изделия, а также развивающие игры и игрушки. Детей поделят на 5 возрастных групп, и каждый из них будут вручаться разные подарки. Для самых маленьких жителей округа, помимо сладостей, подарят игрушку-подушку в виде символа года – овечки. Малыши также найдут в своем подарке развивающий набор для создания объемного слепка и книжку с рисунками. Ребят постарше порадуют перчатки для сенсорных экранов телефонов и планшетов, а также краски для рисования на снегу. Подросткам от 10 до 17 лет к подарку будет прилагаться сумка-планшет. В ней они найдут электронные часы, световую доску и люминесцентный маркер. Отличникам учебы и тем, кто добился успехов в искусстве и спорте, закупаются дополнительные подарки. Кроме того, губернатор округа Игорь Кошин поручил организовать новогоднюю елку, на которую пригласят ребят из отдаленных поселков округа.